Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И в своем предыдущем видео я показал и рассказал о количестве карточек методики HandTest. И совсем упустил из виду, что еще просили рассказать об их размере. Ради бога. На своих экранах вы видите, что размер карточек методики HandTest составляет по ширине 12 сантиметров или 1200 миллиметров, а по высоте 15,5 сантиметров или 1550 миллиметров. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!